сейчас снимаем разные мероприятия, там разные инспекции у нас ходят, съемка, потом что, ну, отчеты всякие. А еще репортажи и различные фотосессии. Евгения фотограф начинала свою работу в местной газете и уже около 10 лет занимается фотографией. Другой представитель «Одинцовской недели» – Валерия. Она освещает мероприятия в округе и пишет интересные статьи. Я очень люблю свою профессию за то, что она дает возможность каждый день узнавать что-то новое, общаться с интересными людьми, посещать какие-то интересные места, не сидеть на месте, развиваться. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел мастер-класс по профориентации «Моя будущая профессия – журналист». Ребятам рассказали о важных моментах этой профессии и дали советы по продвижению в сфере журналистики и мультимедиа. Президент Российской Федерации неоднократно говорил о том, как важно найти в этой жизни свое место, выбрать ту профессию, которую ты будешь любить, которая будет приносить тебе радость, которая будет делать тебя счастливым. Именно вот на любимой работе, вот согласитесь, да, вы как журналисты, мы достигаем наибольших результатов. Самые активные участники мастер-класса получили в этот день сладкие призы и подарки. Организаторы отметили, что участие в таких проектах помогает молодежи уже сейчас определиться с выбором будущей специальности. В планах провести новые встречи с подростками и познакомить их с такими профессиями, как химик, биолог и юрист. Екатерина Крамер, Фарид Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».